Здарова, это домашний канал Валерки, и мы продолжаем проходить Resident Evil 2 ремейк. Итак, в комментах вы написали, но в принципе я как бы так и планировал сделать. Но все же, в комментах вы написали, что против этих растений лучше использовать взрывные, короче, вот эти гранаты для гранатомета. Вот, и попросили проверить, посмотреть, что у нас там с порохом, чтобы сделать для ППшки, короче, патроны. Но для ППшки... Нам нужно два белых пороха, но у нас он всего один, и два простых, большие две банки, короче, простого пороха. Окей, тогда делать пока не будем, может найдем в дальнейшем с вами белый порох, короче, вот. И давайте, наверное, возьмем, короче, 9-миллиметровый пистолет. Вот. Для него патроны, в принципе, есть. Так, чтобы на всякий случай, чтобы, знаете, там, отстреливаться от зомби, не гранатами же в него палить. Вот. И продолжим, короче, смотреть, искать коды. Коды вон к той панели. Вот. Так, окей, давай здесь у нас... Призреди, давай. Здесь у нас один ползает. Один трещит, один ползает. Так, окей. Ну... Чтобы не... Надо четко попасть, чтобы не промахнуться. Наверное, сдох. Я думаю, все. Ну, посмотрим. Твою мать, он живой. Ты прикинь, он живой. Тогда нахера? Нахера тогда тратить взрывные патроны? Не пойму. Эта тварюга живая. Эта тварь, она живая. Так, смотри, я вижу там растения. Аптечка, короче. Так, иди сюда. Опа! Смотри, как ускорился, смотри, как ускорился. Погоди ты. Смотри, какие живые. Какие живучие. Допустим. Ладно. Оп, погоди ты. Блин, откуда ты взялся? Откуда ты взялся? Стоп. Я не пойму, а новые появляются или чё? Или откуда? Или где? Или как? Он меня не тронет? Пока он лежит, он меня не тронет. Ладно, окей. Смотри, здесь у нас код. Так, такая штука, две точки типа F и две палки. Окей, запомнили. Такая штука, две точки F и две палки. Такая штука, две точки F и две палки. Так, погоди. Такая штука, две точки, F и две палки. Окей. Замок открыт. Отлично. Замок открыт. Смотри, вот каждый раз, как я буду заходить, они будут вставать. Их просто не колышет. Им просто пофиг. Короче, к чертям собачьим. Не буду я с ними связываться. У нас ножик взят? Взят. Отлично. Вот тот ножик взят. Да.
Пока этот испробуем и ну, и добьем, короче, мужик. Так, погоди, смотри, здесь что-то. Здесь что-то есть. Здесь стопудово что-то есть. А, порох. Порох обычный. Еще. А, карта. Отлично. Карта лаборатории Восток. А, хорош. Хорош. Здесь ничего не надо тыкать. Окей. Я помню, за Леона мы играли. Здесь будут лизуны, короче. Здесь будет момент с лизунами. Очень, короче, напряжен. Нету. Надо подать энергию. У нас место есть? Место-то вообще. Вот наплакал. Так, погоди, это что? Это какой? Это объединить, окей. В принципе, вот эти разрывные, они лежат, значит, ими надо пользоваться, но, блин. Растения-то не дохнут. Погоди, а вы сдохнете? Мне кажется, они встанут. Чем-то кажется, да. Так, 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 ножик сломался. Другой-то возьми. Отлично, упало. Да лежи ты. Что-то вот нога хрустнула, отвалилась нога, но, блин, она по-любому может встать. Вот это напрягает. Вот это реально напрягает. Есть что? Есть что, если найду? Окей, 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 окей. Сдох или? Или мало тебе? Или еще надо? Нужно? А тебе? Погоди, погоди, погоди. Так я с тобой вот так разберусь. Может, ты упадешь? Да ёп! Да ёп! А чё ты не упал? А... Говна кусок. Ножик мой отдай. Да пипец. Задрал нахер. Просто задрал. Кусок. Ножик-то заберешь? Мне ножик отдашь? Погоди, у него из-за груди торчал нож мой. Причем наполовину, по-моему, только израсходованный. Какого хера? Спрашивается. Мне не забрать его. Так, ладно, здесь больше ничего нет. Здесь больше ничего нет. Здесь, вот здесь надо подать энергию. УРФ. УРФ, короче. УРФ. Да, давай настроим частоту УРФ. В смысле? А как мне переключить? А, вот. УРФ. Отлично. Отлично. Свет подали. Блин, тут еще один, смотри. Не знаю, встанет он или нет. Вроде пока не шевелится. Здесь потом лизуны будут ползать. 100%. 100%. Опа. Оп.
Здрасте. Опа, две штуки. Две штуки. Он что, в дверь зашел? Еще сейчас вылезет. Блин, а что вы там встали? А что вы там... Ну-ка, дай-ка я здесь пройду. Дай-ка я вот здесь пройду. Окей. Окей. Пусто вообще. А, смотри, какая-то штука. А, трофей. Трофей. Там, по-моему, в трофее там что-то надо изучить. По-моему, что-то... Да. А, код. Угу. А, два треугольника. Короче, давай я запишу сейчас. Так. И вот так. А, потом палка. Палка, квадрат. И две точки. Усё. Что-то написано. Погоди, а мне этот трофей надо куда-то ставить, по-моему, будет еще, да? Так, вот этот труп встанет. Вот, стопудово. Здравствуйте, доктор Ли. У вас 5 новых сообщений. Так, почта у Эна Ли. Рик Мендоза. Что он задумал? А, поверить не могу, что учутил этот урод Картрайт. Угомонись, придурок. Что ж он тут главный пока что. Ладно, тебе случаем не попадалась моя спиралька? Там подставка с секретом. Дай знать, если найдешь ее. Ну, секретик мы уже нашли. В принципе. Байрон Картрайт. Нет времени, да? Значит, тебе не удалось выбраться на наше совещание. Ладно, не беспокойся о проверке оранжереи. Знаешь что, займись кое-чем простеньким. Составь бюджет на следующий после будущего года. На следующий после будущего года? Что? Сегодня же. Ты там живой? На нас напали. Есть погибшие. Восточное крыло отрезано. Мост не реагирует на наши браслеты. Где там этот чертов Картрайт? Пожалуйста, ответь. Образец 43 взбесился. В оранжерею сущий ад. Нужно отправить туда кого-нибудь, пока еще не поздно. Уэйн, что нам делать? Помоги нам. Пожалуйста, ответь. Без темы. Помнишь ту черлидершу Сьюзи? Или Сьюзи? Классная была девчонка. Она нам обоим нравилась. Конечно, ботаны ее не интересовали. Кстати, я так и не вернул тебе те комиксы и игры. Боюсь, тебе придется их немного подождать. Так, я проснется. Я проснется. Сейчас проснется. Доброе утро, нет? Доброе утро, нет? Good morning. Good morning. Пошёл. Так, хим-костюмы тут всякие. О, черт. Надо было заходить что-нибудь потеплее. Такая прям... Фу. Все набухло. Так, ладно. Окей, вот эту штуку надо сюда пихнуть. Юрор. Понятно. Пока рано, значит. Значит, пока рано. Так, погоди, что это? Порох. Простой порох. Ну, с простого пороха жопа ешь. Просто жопой ешь. Так, и все? Твою мать. Че, лизуны появились здесь? Их же здесь не должно быть. Вроде как я такого не помню, что призуны здесь были. Лежи, не вставай. Не вставай, слышишь? Так. Ладно, окей. Сюда нам еще пока рано, нам надо... Смотрю, где там лизуны. Лизунчики. А, свалили.
Свалили лизунчики наши. Давай здесь посмотрим. Сам ты такой. Сам ты Наташа. Блин, я не хочу на него тратить патроны. Не хочу на него тратить гранатомет. Надо было патронов сделать. Надо было 9-миллиметровых намутить. Но... Оу, йоу, 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 йоу. Тебя придется поджарить, дружище. Йоу. Так, срочно нужен ящик. Срочно нужен ящик. Дверь можно закрыть. Погоди, еще порох. Белый порох. Ништяк. Теперь можем и от ППшки сделать патроны. Да тварь ты. Тварь ты, а. Но придется делать все глупые штуки всякие. Ты умрешь? А что вы по одному-то? В кучку, в кучку! Да то! Тох! Ты! Не прихи! Не! Не охерели ли вы, дяденьки? А чё я туплю? Единить. Ладно, хорошо. Да, я затупил. Да, я затупил сейчас. Ох. Видимо. Блин, мне этот звук не нравится. Растение сюда не придет. Че там ковыряешься? Они сгорели, они все, сдохли, все. Эти, это что? Чья-то записка. А, все обратились, стали овощами. Они возвращаются раз за разом. Сжечь их всех. Пусть их тела обратятся в пепел. Это единственный выход. Погоди, а может, когда они лежат, надо второй раз в них выстреливать? А это не работает? А нахрена я? Это чё, реально не работает? Чё за подстава-то кругом? Так, окей, ладно. Это чё за дверь? Это куда ведет? Это мы где вышли? А, понятно. Я понял. Окей, хорошо. Хорошо. Так, а где там порох для ППшки? Белый. Порох, 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 порох. Порох, порох. Сейчас будем мешать. Сейчас будем мешать, короче. Отлично. Отлично все. Так. Иди ты. Это мы. Хранить. Давай вот эту штуку тоже уберем. Или... Где она пригодится, я не знаю. Давай оставим. Окей. Вспышку оставим. Блин. Вспышку надо брать.
Окей, нормально, давай с ППшки походим. Так, у нас есть еще код. У нас есть код еще один. Чтобы его ввести, нам надо... Блин, опять пройти через эту дичь. Ладно, пока не пойдем. Давай еще обследуем оставшиеся здесь комнаты. Оставшиеся комнаты. Так. Папа проснулся. Ну давай испытаем. Попробуем. Вот он сейчас раз... Сгорел. Сейчас он, вот он потушился. И, наверное, может, еще раз надо в него выстрелить, чтобы... А смотри, сдох. А смотри, сдох. Два раза, короче, надо в него выстрелить. Все, от него один уголь остался. Умею. Отлично. Значит, они не бесконечны. Было подлечиться, ну ладно. Ладно, пока и так сойдет. Желтое, внимание. Пока, я думаю, нормально. Так, лизуны. Вы где? Здравствуй. Оп! Ты дверь, а ты жопой дверь не открываешь, что ли? Уполз так. Уполз. Так, ладно. Потихоньку. Так, один тут. А где второй? Пропустит меня, нет? Тихо, 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 тихо. Ля как напряжно просто. Ножик. Погоди, погоди со своим ножиком. Надо. Дай-ка посмотрю, что... О, да. О, да. О, да. Объединение. А, смотри, здесь сохранка. Это сейв-рум, отлично. Это сейв-рум. Так. Давай мы вспышку уберем. Вот эта штука, я не знаю, нужна она или еще или нет. Храним, короче. Опускай. Забираем ножик. И порох. Так, здесь можно побегать, в принципе. В сейв-рум-то они не зайдут. Я так думаю. Так, больше белых порох нет у нас. Отлично. Ищем еще один белый порох. Ищем еще. Ладно, пошли, короче. Так, тихо. Ладно, пошли, короче, вводить пароль. Здесь, в принципе, можно вот так пройти. Здесь можно пройти, и никто нам ничего не сделает. Спать на. Спать на. Спать на. Ты смотри, ты смотри. Так. Какого хрена ты ускорился на меня тут? Быкует тут на меня. Так, отлично. Все? Здорово. От них избавились. Прекрасно. Прекрасно. Прелестно. Так, погоди, а вот я сейчас код введу, и куда он меня поведет?
Куда он меня приведет, этот код? Что откроется-то? Так, ладно, давай. Треугольники. То есть уголки. Уголки! Три, не треугольники, уголки. Палка. Палка, квадрат. И две точки. Что открылось? И где это? Где это открылось? Так, погоди, это случаем. Не здесь? Да. Вот она, штукенция, вот это открылась. Блин, как сидит ты, вот как сидит ты. Ладно. Пробирку. Блин, я думал уже все. Включен ручной режим. Настройте объем раствора в соответствии с вместимостью картриджа. Так, где у меня картридж? Вот это картридж. А до какой точки там? Или вот этот самый большой, это мой картридж. Или вот это мой картридж. За жесть. Где мой картридж? Какой из них мой картридж? Так, ладно. Допустим. В смысле? Мне надо вот этот. Где мой картридж? Что-то не въехать. Вот этот, наверное, мой картридж. Или вот этот большой. Вот этот большой мой картридж, получается, да. Мне надо заполнить его. Это слишком много будет сейчас. Слишком много. Помнил. Погоди, это много, наверное, будет, да? Наверное, еще отлить. Так, стоп. Наливаю сюда. Вот так. Теперь наливаю вот сюда. Все, четко. Отлично.
Или мой картридж стоит там в дырке. А это не мой картридж. Вот с этого картриджа в мой картридж переливается. Я понял, картридж со створом. Так, а теперь надо этот картридж отнести... отнести туда, где лизуны, короче. Где морозильник. Так, ну сюда, в принципе, пока не надо. Пойдем вот здесь. Пойдем вот здесь через низ. Я думаю, тут побезопаснее будет, как бы так. Да? Не туда. Что-то громко-то вышло. Так, не сюда. Где у нас второй? Где дядя? Эй, дядя! Тихо. Хорош. Хорош, молодца. Эти движения их резкие. Так, погоди. Дай-ка я проверю тебя. Я тебя хочу проверить. Баха! Сади сидела. Где сидела, сядь, говорю. Задрала. Что я с ногой? Ладно. Все, отлично. Давай. Замораживай эту дичь. Окей. Или что она там не замораживает? Что она будет делать? Идет охлаждение. Прям автоматика, все, прям автоматика. Отлично. Все, готовы. Охлаждение завершено. Все, готовы у нас реагент получается этот. Идем сохраняться. Так, а эти шкафы нет? Мы лутали, нет? Нормально, пусто. Все нормально, пусто. Так, идем. Погоди, тихо, без резких движений. Без резких движений, пожалуйста. Пойдем вот здесь. Пойдем вот здесь. Так, зомбарей здесь нет. Здесь у нас ветки высохли. Ветки сгорели. О, нет. А, нет, вон труп остался. Я думал, трупы не остаются. Отлично. Прибыли на место. Так. Сохраняемся. Сохраняемся. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, ссылочка на прохождение будет в описании под видео, и с вами был Валерий, всем пока.